Раз, два. Раз, два, три. Казоку Фэмили. Внутри. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем Hive Life 2. Присаживайтесь поудобнее. Мы находимся в Ревенхольме. Кто не видел, тот увидит. Чуть попозже. Так, а где у меня гравипушка? Вот она. Так что... Зона загрузки. С вами Казуку Фэмили Денис. Кто-то жалкий. Хитрый лис. Вот так. Воуч. Чекин, мать твою. Ау. Нас уже тут радужный прием встречают. Товарищи, на тебе по наглой попке, хитрый друган Тайт. Воу. А тут, ребята... О, чё така? Воу, это кто? Ты умрёшь, сосунок. Сосунчи. Блин, вот наглые создания, а. Блять! Я кашу. Я чё, в двери застрял? Я, конечно, красавчик. Я застрял в двери. Лучше б я застрял в двери. А не в жалкой, блин, двери. Так, подожди-ка, кстати, многие говорят, что у меня проблемы с микрофоном. Ребят, я понимаю, но мне пока приходится довольствоваться тем, что есть. Так, а куда ты прыгнешь? Блять, по ногам! Не допрыгнуть, сун. Так, а как же мне убить этого дятла? Твою мать! Внимание, крови обнаружено, ОВИ. Блять, я в курсе. Вот это он нагло дал. Пиздунка мне. Что я не успел даже сраный лифт вызвать. А как мне его вызвать? Как мне лифт вызвать? Алло. А как мне теперь лифт вызвать из-за этого чебучелы? Твою мать. Это все Габелла, да? Или не Габелла? Ни хрена он меня оттолкнул, блядь. Я аж малость обосрался, да? Благо, что вход есть. В эту сраную территорию. Там же ничего, а можно потянуть? Капец. Там же, наверное, зона загрузки будет. Да блин. Чё я вечно путаюсь? Так вот, короче, в чем суть, ребят? Я не буду ни с кем конфликтовать. А иногда, знаете, люди провоцируют, типа, вот ты блогер, ютубер, у тебя все должно быть профессионально. Блин, ребят, вы сами попробуйте подобными делами заняться, чтобы меня в чем-то осуждать. Вот такой же хейтер, как этот краб. Вот честно. Педрила, пошел в жопу. Серьезно? Да сколько ты умирать будешь, пес? Внимание, крови обнаружено, ОВИ. Это педрила такой метки, блядь?
Этот педрило уже мне мозги трёт. Вот честно. Мало того, что он мозги трёт, так он еще четко стреляет, этот мудак. Я не хочу на одном месте оставаться из-за этого говнососа, вот честно. Мне чем-то этот говносос напоминает этих хейтеров, которые посылают своих армию хейтеров. И такие, ну давайте же обосрём Казуку Фэмили, он же плохо делает контент. То же самое. Вот вам так же гореть в аду. Ну что, блин? Тебе нравится? А мне нет. Так что... Сдохни, говноед. Так. А чё, наверх это поверх только так? Или куда? Нам наверх на эту вагонетку, это понятно. Ревенхольм рулит. И отруливает. Так, ну по сути я должен чётенько попасть на заборчик. Прыгнуть на другой заборчик. Твою мать. Где этот говносос? Он же сука. А может ты сдохнешь, бичес, бичес, мичес, кичес? Ой, сейчас вообще такой жесткий момент будет. Я не знаю, как его проходить. Но он реально жесткий. Ревенхольм самая тяжелая вообще локейшн. И нам на автомат дали не просто много патронов, а дали много патронов, да. Да ё-моё. И на дробовик, да. Так вот, я что хотел сказать. Я помню, был момент, когда у одной блогерши был плохой микрофон, но она снимала игры. Я помню это хорошо. Чего? Не понял. А можно мне вверх подняться? Вот так. Подними ты. Иногда физика работает через жопу. Не отворачивай лик свой от меня. Склони голову и выслушай меня, когда я буду взывать к тебе в горести. А, вот и ты. Наконец-то. Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. И люльку. Терпение, брат мой. Держись, брат. Тебе легко говорить. Так вот, я по поводу этой ютуберши. Она мне нравилась в том плане, что она стримила. Стримила в том плане, что её... Как сказать? Ты будешь вызывать? Блин, а как же мне стрельнуть, чтобы... Ладно. Твою мать! Да блин! Твари еврейские. Мне нравилось, что у неё... Да давай ты люльку вызывай, сукин ты сын. Твою мать, с двух сторон, я манал. Какая нафиг реакция должна быть, чтобы они сдохли? Веселая реакция должна быть. Еще эта люлька будет передвигаться, как жопа анархиста. Сдохни. Воу. Да блять! Тварь еврейская! Жопа еврей. Да блин! Да твою же мать, блин, шакал еврейский! Да подожди ты, блядь.
хуюльку залезай, мать твою. Ручник, брат, сними его и спускай. Блять, а я что делаю, ты долбоёб? Сколько, блин, тупое тут. Слышь, я знаю. Не надо мне подсказывать, что мне делать. Я не настолько тупой, как ты. Настолько тупой искусственный интеллект. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Угу. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени. А теперь нет его ни на что, кроме спасения. Угу. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. Давай, к шахтам. А что до меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат. И ступай легче. Ибо это священная земля. Да, да, да. Сюда, брат мой. Как обычно. Блин, я бы патроны. Че ты так орешь? Я бы, конечно, взял бы с собой эти. Магнум. На гораздо надежней взять магнум. Ну что? Дорогой, погнали. Пипец. Не. Может, ты будешь его мочить? Нет. Или только я должен мочить за тебя? Нет. Мне нужна помощь, брат. Да чё ты орёшь? Помощь ему нужна. А мне кто поможет? Ты тупой? Завали спокойно этих дозвонцев. Блин, а вот... Подожди, а где я потерял эту лазейку? Успокойся, дитя мое. Говорят тебе, успокойся. Блин. Нифига ты меткий, как пуля. Редкий. Дед знает. Чего? Знаешь, не думаю, что... Ты не желал. Он не желал. А вот... Шла к облогу. Ты меня называл. Шла к облогу. Ты меня убивал. Да блин. Осторожно, брат. А как твои ловушки-то поджечь, а? Да, дети мои, это не... Воу. А я... А кто умер? Берегись. Я умер? Идите. Я не умер. Умер. Реакция. Воу. Кто-то там не очень хорошо рычит. Ау. Подожди-ка. Умрите, дерзкие девочки и мальчики. Так, подожди. Тебя надо убить. Благо, что они умирают как эти. Ну, как человечешки. Как человечешки умирают. Так, подожди. Твою парасоте. Воу. Лакомый кусочек. Да! Они там еще лезут, ты прикинь? Они лезут, и лезут, и лезут. Как моя бывшая куда-то лезет. И давай, тяни, тяни, тяни. Помоги, валим, брат. Валим, 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 валим. Воу. Блин, какой ты слабый мужик. Тебя валят какие-то зомби. Воу.
этот серьезный парень, однако. От слова почти. Твою мать. Я помню твое истинное лицо. Да блин, вы умрете, нет? Открывай! Поторопись, пока я держу ворота! Да блин. Прощай, брат. Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу. И на том спасибо, да? У меня загрузки так быстро никогда не бывали. Это очень странно, что игра стала внезапно так работать. Воу. Так, а как же нам аккуратненько? Блин. Пиздец, блядь, аккуратненько. Блять. И все? И все? То есть, если я кикнусь, не очень красиво, да? Зашибись. Блин, аптечки, аптечки, аптечки. Пошлите в жопу, мана. Твари, сволочи. Евреи. И мне туда, да? Зашибись. Мне туда, куда куча евреев. Класс. Блин, вот эти альтернативные выстрелы, они полезны, ну, блядь. Сдохните, твари. Заколебали. Блин, а вот до тех не дотянется нахер. Ах ты, сука. Посмотри. Он думал, что да, я его не найду, да? Сучара. А хуй тебе в лоб. Блять. Да пошел ты нахуй. Да блять, суки. Идите нахер. Бесите. Сволочи тупорылые. Чё за нафиг? Чё, обманул я систему, да? От слова. Блять, откуда их столько? Твари еврейские, а? Ты посмотри, откуда там его логово, а? Логово, блин, евреев нахер. Вот откуда их столько, вопрос. Да нахер иди. Да блять. Да блять, заебали. Блять, откуда их столько, вопрос? Блять, да в смысле? В смысле я не туда нырнул? Каким, извините меня, хуем?
Чё, серьезно? Через эту херню? Нет. А через какую херню? Не всплывать. Через эту? Да, сейчас будет весело. Ну, с первого раза не бывает, верно? Блять, съебитесь. Не-н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 е
нам ходу не задавали, да? Бляха-муха. Да, блядь. Оу. Блин. Всё, нафиг. Наконец-то, блин. Это за сколько мы сейчас Ревенхольм прошли? Фух. За 20 минут. Где этот, сука, хиткраб? Ты посмотри, где спрятался, мразь. Воу. Воу, Щекин, подожди. Да твою же мать, съебись. А как нам теперь залезть? Там, блин, ну... Ну что за... Что за еб... Короче, вы поняли. Чего? Что там? Револьвер с гра... Да... Не густо, не густо, фигусто, да? То есть получается, если у меня закончатся патроны, это для магнума, я надеюсь. Я надеюсь, я не зря их туда кидаю. Очень надеюсь, что не зря я их туда кидаю. Да и дробовик можно туда же кинуть. Оу. Куда-то слишком далеко упал. Ладно. Ага. Хорошо, а куда все кинулось другое? Так, подожди-ка. Один дробовик. Куда упал мой дробовик? А, вот он. Серьезно? Ладно. Так, я так понимаю, что нам надо научиться гранатой работать, да? Привет, комбайн. Черт. Пока, комбайн. Так. Привет, граната. А тут больше ничего и не надо, да? Хорошо, он тут всех пострелял так. Так, я так понимаю, что с той стороны будет этот. Он же сука. А он уже, кстати, меня метит.
мразь. Сука, он меня заметил, уёбок. Обнаружены кровопотери. Блять. Не то. Да не то это надо. Подожди-ка. Он же сучка. Ты чё, охуел? Ну ты ебан. Блять. Он в натуре уебан. Блядь, да давай ты, блядь, поднимись. Что еще, блядь, обнаружено, кроме противопотери, а? Вот и все. Проблем, блин. Уебатор. Серьезно, так мало патронов? Класс. Ну да, кинул, надеюсь. Так, подожди-ка, я сейчас... бочки расхерачил, чтобы проще было подняться. Ты куда там свою жопу поволок? Это крабыч. Так, подожди, а почему 6 из 12? То есть к магнуму патронов 6 из 12? Вы в натуре? Или вы так шутите? Ладно. А, подожди. А с этой стороны хоть нету? А то мало ли. Так. Ага. Они русские изучают. Падаешь, падаешь, падаешь. Блять. Твою же мать. Сколько патронов на всякую. Короче, вы поняли. Блин. Так. Ага. Патроны к дробовику. Туда-сюда. И, по-моему, гранаты, да? Блять, а где мои патроны к магнуму? Я их опять просрал. Я в своем репертуаре. Блин. Сейчас какая-то движуха начнется, а мне надо все. Да какого хрена? Ничего не пойму, а каким образом костер гонит? Ладно. Куда он там отлетел? А что, да? Нифига себе. Так, это я что сейчас должен? С новой пушки их помотать? Или как? Ребят, да у вас не просто проблема. Ну и где вы? Где ты, сука, ходишь? Покажись. Где он, блядь?
Блять, я думал, там бочка. Прикинь. А там никакой, сука, бочки нахер. Воу. А тут жесткая движуха начинается. Ребята, здрасте. Ребята, здорово. Ребята, здорово. Уинстона подбили. Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Походу вы... Морн Фримен, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Подожди. Связаться надо. Короче, я хочу тут смертяков собрать, приколюхи. И не только. Подождите, мужики. Ага. Так. Я перекину, наверное, туда аптечки. Туда перекину патроны. Хотя патронов тут куево-кукуево. Чего? Не послышалось, или это кто-то сказал? Какой стон? Мужики, подождите, вот вы русского языка не понимаете. Я перекладываю патроны. На всякий, сука, случай. Чтобы вам жопы спасти. А вы неблагодарные твари, что-то там возмущаетесь. Офигенно, чё? Чего? А где остальные патроны? Слушай, моя бы воля, я бы сейчас тебе бошку прострелил. Туда, сюда, я вам чё, блядь. На побегушках, мальчик. Сюда, доктор Фрин. Куда остальных, кстати, я делаете? Это аптечка или нет? Подожди. По-моему, да. Или нет? Аптечка, да? Замолчите, пожалуйста. Сюда, доктор Фриман. Мне его надо... Понятно. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Бенса нет освобождения. Еще ты что-то умничаешь, крутышка. О-о-о. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новопроспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новопроспекта. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон.
Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новом Проспекте. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты, и не будешь уступать муравьиным львам. Я сержу на базу в твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает НЛО молодец. Одесса, как слышно? Да. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Да, готово, готово. Так будет сейчас жопа. Хорошо, поехали. Поехали, творится. Творится орешки. Да, извините, меня тут сейчас муравьи пытаются сожрать, а она говорит, валим. Просто валим нафиг. Побыстрее. Куда-нибудь. Это правильно или нет? Поехал, мать твою. На. Съешь. Говняный. Фу. Ты что? Да ёпарасы ты. То есть я так не объеду, да? Ну, естественно. Было бы слишком логично выиграть эту неравную схваточку. Да ёп твою же. Мами. Так, подожди, они прям везде вылупляются или вылупляются только... Ну, вы поняли. Блин. Да давай! Весу в курс, подожди. Тормози! Так, по-моему, они только это. Некоторых моментах. Ага. Подствольник. Кривое зеркало, да? Лады. Обрыв, да? Я что-то не на обрыв не попал. Вся. Я ж правильно поеду, нет? Тихо! Тихо. Просто тихо. Так, на них вот эти... Эти штуки отпугивают, это хорошо. Да блять. Блять, в
Погнали, валим, валим. Подожди, а куда? Да сдохни ты, мразь. Так, вот мне интересно. О, блин, подстольничек. Так, а интересно, на эту штуку граната заработает? А где вторая сучка, а? Блин, эта сука сдохла, я не столько, блядь, патронов утратил. Ага. Ага. А вот интересно, внизу были гранаты или что? Внизу. К этой стороне типа, да? Так, а потом сюда, да? Ага. А эти какие-то разные, кстати, мудоёба. Есть обычного цвета, есть... Ага, это они следят за повстанцами. Джимон? Серьезно? Какого хрена там Джимон делает? И с кем он разговаривает, этот Джимон? Очень интересно. Угу. Ладно. Не будем сильно внимание заострять на Джимоне. Нам это ни к чему. Чайки тут летают. Твою же мать. Так. Ух ты, мать твою. Так, ну это еще не повстанцы. Альянс. Чего? А, нет. Так, давай, 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 давай. Блин! Твою же мать! Воу-воу-воу-воу! Твою мать! Неплохо так они меня вот косоёбили. Ладно. Валим.
Так, мне надо быстрее уже валить повстанцам, потому что эта серия слишком затянется. Я не планирую много долго серий, чтобы просто. Так, она работает, эта херня. Повстанцы. Гордон Фримен. А вы думали, кто? Да-да-да. Собственной персоной, Гордон. Да, блин, ракету подыми. Гордон Фримен. Да, блядь, ты заколебал, мужик. Быстрее подвал. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кэрридж будет рад, что ты добрался. Я насчет твоего полковника не сомневался. Я просто бы приколюхи с вас собрать. Почти с вас, ладно. Я просто не хочу... Две ракеты? Я не, просто не хочу по этим подвалам прятаться. Давайте со мной. Сильно прятаться по подвалам не хочу. Сюда, доктор Фримен. Ты будешь за мной бежать постоянно и говорить... Ладно, они хотят, чтобы я живописно из балкончика стрелял. Хм. Может, из крыши. Полковник Кэрридж в подвале, доктор Фримен. Управляемая ракетная установка — лучший способ сбить штурмовик. А, привет. Я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Вы... трусы, которые не хотите взять. Полковник Одесса Кабич, к вашим услугам. Да. Вторая. Блять, не путайтесь под ногами, ложки. Где он? Не, ну вы хотя бы спасибо сказали, мужики. Я вам как бы жопу спас. На им же плевать. Ну, вот и все. Я думаю, вы разделались с тем, что вы вам, доктор Фримен. Вы заслужили свою репутацию, сэр. Я позову кого-нибудь открыть ворота, чтобы вы проехали без задержки. Я знаю, доктору Венсу сейчас нужна помощь. Будьте очень осторожны, приближаясь к мосту. Судя по молчанию этого поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж кто-кто, а вы прорветесь. Удачи!
И передайте доктору Венсу, что полковник Кэббидж сожалеет, что не может спасти его лично. Илая Венса держат в тяжкой неволе. А тут с вами задержишь. Во. Блин, по 3 патрона этих ракет. Так мало. И нельзя взять больше. Сволочи, чё-то... В смысле? Ты чё, Бартимон? Счастливого пути! Тебя чё, пропёрло, Вартигонт? Ты чё, с нами? Красавчик! Слушай, мужик, спасибо. Спасибо, Вартигонт. Красавчик. А я думаю, чё ты бежишь за мной? Хотя бы 30 хелов подлечил на Мартигонс. Да, получается нам что, сюда, вниз? Да? Если вниз, то понятно. Так. Влево. Воу. Что-то прям резко отвисло. Грязь. Так, подожди, а в какую нам сторону? В ту или в эту? Блин, сейчас тяжелый момент с краном, серьезно, да ёб твою мать. Да ёб твою мать. Так, где кран? Бляха-муха. Да, блядь, включи эту штуку. Заебали, честно. Так, по-моему, все я должен был правильно сделать. Да ёпара, ты сдохни. Хера себе! Дохнут сначала постолько, потом постолько, ну блин. Откуда он? Блять. У-у-у, я попал. Ха! Вот это меткость я манал. Так. О, а что так все дернулось-то? Да ёпрасоте, то так. Что-то так резко, то потом не резко, то потом дерзко. Тут иногда так мышка как-то работает, просто косо. Я манал. Так. Я манал твой анал, канал. Так, это чтобы подняться, да? Прекрасно. Так. Ага, с этой стороны забраться нам нельзя, да? И? В смысле? Не понял, почему мы... Опустить кран В. Поднять или бросить, да? Ты как, где тень? Так, подожди. Нет, подожди.
как его поднять. Серьезно? Это максимум, что он поднимается, что ли, да? Окей. Тогда я попробую его в тени и метнуть. Блять. Давай. Да блять. Еще муравьиных львов не хватало, блин. Ай, бежим, 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 бежим. И вы не попадете. Вы только в песке обитаете, сучки. Так. Забирай. Yes. Наверняка. И... Да твою же мать! В смысле? Забери. Давай, поднимай. Ну. Так. Нахер пошел, сволочь. Тупые, как макаки, вот честно. Комбайны, блин. Я то... Тварь, а? Не двигается он. Прям харю тебе, сука. Всем вам харю. Так. Понятно? Ладно. Ага. Где там уроды? Появитесь, суки, вы там где? Здесь появитесь, что ли, да? А, ну час, ну естественно, так. Да ё-моё. Ах ты... Ах, ага, я уже не поднимусь. Да? Ну да, я уже не поднимусь никуда. Это мы где сейчас получается? Ага. Серьезно? Пошел в жопу, ублюдок. То есть серьезно, с ним борьба? Сука.
Но я так и знал, что с тобой не так-то все легко. Вот хренов. Пошел в жопу. Но не в мою, пожалуйста, ублюдок. Для пущей бдительности, ублюдок. Ты посмотри, как присосался ко мне. Хренасос. Ну, раз, как говорится, нам говорят... Блин, как эти машины убрать все? Ну, не все, ну да ладно. Так, подожди. Ну, можно и все, ладно. Ну, почти все, ладно. Так, я проеду. От слова «почти проеду», да? Так, мне мешает. Это у нас что получается? Волга, не Волга. Пофиг. Чем бы это ни было, да? Так. А там что, приколюхи какие-то? Никаких приколюх, одни аптечки или что там. Там что за загрузки будет? Да, теперь зона загрузки. Эта херня взрывается. Так, подожди, там были вроде. Ой, их несколько. Ой-ой-ой-ой-ой, плохо дело, плохо дело. Эти твари могут нас это. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, больно. Твою мать, да возьми ты эту херню. Блять! Откуда? Да у вас проблемы. Ха-ха-ха! Его же херней. Выскочки. Ай-ай, больно, больно, больно. Злись, штука. Друга. Зли. Они не взрываются или они взрываются только это? Ладно, она взорвалась. Плохо дело. Ой, не одна. Подожди. Не пыхти. Давай, выходи. Выходи, выходи, чё, слабо? Давай. Ну. Сучка. Давай, блядь, вытягивай. Ну! Суки, вы меня взбесили. Сектор захвачен, повторяю, сектор захвачен. Вами и дурачки захвачен. Так, подожди, а наверху чё? Чё, блин? Кто там стреляет по мне оттуда? Ты чё? Такой наглый? Хватит меня русскому языку учить, я знаю, что такое падеж.
может и нет. Ох, незнание русского языка не делает вас слабым. Так, я к той штуке подходить не хочу. Ну уж нет. Так, а чем мы тусовались тут просто так? О, я чуть не упал, твою же мать. Граната! Друг солдата! Ну не любая граната, да? О. Фортуна нам улыбнулась. Так. Пистолет — слабое оружие. Увы. Так. Сюды-туды. Едем в туды. Пока загрузок нет, да? Ага. А вот тут... Не так-то просто. Болты. Новое оружие. Наше любимое. Чего? Это враг? Да. А, это враг. Так, а вот я думаю, как нам очистить дорогу от этого всего дерьмеца. Блядь. Блин. Не крутись, не вертись, не перди. О, подожди. Я в курсе, что велик была бы преградой. Велик был бы преградой. Так, подожди. Делаем так. И все. И тормоз. Так. Ага. Тормоз. Твою мать. Блять. А где вторая эта штука, друг? Блять. Давай. Так, да сдохни. Да не ты. Ты сдохни, пожалуйста. И ты. Давай еще раз эту штуку. Будем играть с этими ублюдками в пинбол. Кто тут? Признавайся, сука. Ну! Сука, признавайся, кто еще? Я в сталкер играл. И не только в сталкер, ну да ладно, так. Кто тут еще? Все? Ладно. Блин. Серьезно? Да. Ну ладно. Пока. Машинка.
Все, мы электричество бомбанули. Оу, Макарина. Или только с той стороны долбанули. Или со всех. Так, я еще дом не шмонал. Какой-то слабенький дом. Тут серьезно? Второго этажа нету? Плохой дом. Мне он не нравится. Это слишком неправильный дом. Он один, и я не в нем. Так, ладно. Едем дальше, не будем особо зацикливаться на этом месте. Да и вообще. Так. Давай, загрузка, ну. Начинается наркоманская. Да? Наркоманская. Так, подожди-ка. А что тут? Почему в меня кто-то стрелял? А, меня стреляли очень много раз. Подтвердит. Вот интересно, если есть бесконечное оружие, зачем? Твою же мать, выйди. А еще будет жертва? Так, подожди. Кто-нибудь появится? Давай. Кто? Откуда? Откуда ублюдки появятся? В смысле? А где еще? Блять, только не говорите, что в доме. Серьезно, в доме? Да не, если только в доме, это жесть. Фух, сколько там? Ага. Так. Еще выйдет? Я не пойму, они слишком умные выходить, что ли? Или чё? Так, по-моему, мы тут были. Чё за звук? Пока. Больше ты никого, сучка, не потревожишь. Вот теперь надо будет по этому мосту на ту сторону топать. Да. И скорее всего, это мы сделаем уже в следующий раз. Так. Это скорее всего что-то тут будет.
Это 100%. Так. Твою мать! Манал я такую заботу. Где это, сука? Они не столь пугают, эти твари, ну вы поняли. Они сколько дамажат этого ХП. Так они еще эти сучки травят. Это становится в 3 раза неприятней. Так. Ладно, я думаю, уже в этом доме нам делать нехер. Пойдемте вниз. Так, отлично. У нас практически все полное. Так, а как нам вниз спуститься? Более помягче вниз спуститься. Я же должен быть проход, как вниз спуститься, или как? Или нет? Или прохода никто не придумал? Ага. Но если только так... Там нычек никаких нету. Внизу. Нет, я не вижу нычек. Ладно. Так. И ты подбираться будешь? Так. Я помню, в чем прикол, что в некоторых местах тут есть типа нычек, но не во всех местах, и эти нычки надо не пропускать. Ага, тут тоже тупики, да? Ага. Тут ничего. Тут тоже. В чем, в общем, сложность? Я не смогу, да? Блин, надо вниз спуститься. Слишком высоко. Я думаю, что я кикнусь. Ну, точнее, немножечко. Да. Отсюда. Так, подожди, а внизу что-нибудь есть? Или ничего? Нет. Вниз даже нет смысла идти. Нафиг я потопал туда. На этих уродов, кстати, можно потратить эти патронтосы. Все равно они это, как его, ну вы поняли. Не тратится практически пистолет, а вот что здесь? Здесь у нас хэдкрабыч. Снова здравствуйте, да? О, да. Снова здравствуйте и до свидания. Проблема в том, что босс начинает работать, потому что он не совсем прям не рабочий, этот мост. Вот как вы думаете, почему тут банк? Для подстраховки. Так, внизу что-то есть? Или нет? Ага, аптечки. Понятно.
Аптечку. Так, подожди, а выше нам подняться надо? Походу, что да. Еще выше? Блин. Я уже запутался, мы пришли. Твою мать! Откуда эти сволочи? Блять. Вот в чем проблема? Проблема в том, что они далеко. Блять. Они есть. Ты можешь не двигаться. Не двигаться, зараза, блять. Я ж не буду вас ракетами пиндосить. Это было бы слишком сложно. Стоп, что? Там же тупик. Блин. А как теперь нам забраться, если это почти тупик? А, все понятно. Да, дураку понятно, да, что делать? Да. Ай-яй-яй, это было близко. Двойным выстрелом. Мне нравится. О, даже к этому патроны. Так. А чё, мы могли, типа, через мост шагнуть, что ли? А может попробовать? Через мост шагнуть, не? Или не прокатит? Я не против. Почему нет? Чего? Там никого? Не должно же быть. Конечно. Чё? Это чё за звук был? Так, ну нам туда, это понятно. Ха. Я просто хотел посмотреть, что внизу. А внизу нихера, да? Да, а внизу ни хера. Ты что за звук был? Они что, меня так замели, что ли, быстро, или что? Я такого не хочу. Так, двоих я уже завалил. Ага. А сюда я уже подняться не смогу, да? Давай. Контакт. Где ты? Контакт. Убил? Жалюзями. Или не жалюзями? Что это такое вообще было? Ну вы поняли, чем я их убил. Так. Блин, ну что ты будешь делать? Я вам... Да кто... Это откуда? В смысле? Откуда? Ах ты, сука! А я не пойму, откуда этот урод стрелял. Этот урод стрелял оттуда, откуда я не ожидал. О, хитрые сволочи. Вы поняли, да? Так, ладно, мы сейчас дойдем до центра связи. А где оно, подожди? Здесь? Центр связи. Здрасте, ребят. О, твою мать! Ох, это было близко. Это было очень близко. Откуда, кстати, вертолет?
Тогда просто валим. Ой-ой-ой, он, кстати, жестко что-то стреляет, сука. Воу, еще какие-то ребятки появились. Что за звук? Треск. Треск, блядь. Откуда треск? Бля, откуда ребятки появились, а? Лишних ребяток нам не надо. Пожалуйста. Да, блядь! Сука, сволочь! Дохни, мразь! Воу! Так. Ой-ой-ой, напряжно как все. Ой, как напряжно, ребята. Так, в общем. Я надеюсь, что это прохождение вам понравилось. Мы уже увидимся в следующий раз. Спасибо за внимание. Вот. А с вами был Казуко Фэмили. Всем до новых встреч, ребятушки. Всем удачи. Всем до скорого. Не забывайте про лайки, не забывайте приглашать друзей. А мы увидимся в следующий раз уже отсюда. А всем всего хорошего. Всем удачи. Всем до скорого. Всем пока-пока.